Сегодня в Новый год МС Анюта сделала подарок пацанам, и это круто. Поздравляю, 2017. Из опасного села шлю респект вам всем. На улице салюты, фейерверки, как обычно. А пацаны не ждали этого Витоса лично. Но Анюта сделала под елку вам подарок. Давайте же отметим шампанское в бокалах. В новом году желаю счастья и здоровья, чтобы все у вас, братишки, было в норме. Артем, Вильдан, Айнур, Ришат, Руслан, Константин, Кирилл, Азат, Григорий и, конечно же, Дамир. Я желаю вашей компании мир. С Новым годом вас, пацаны!